Всем привет! И с вами мой канал Танюшка.ру. И у меня радости вот столько. Да. И сегодня я снимаю видео про... Короче, что в моем портфеле, точнее, спортивном портфеле. Так он выглядит. Да, он раньше был школьным, но потом там оторвалась, короче, штучка. Вот. Скажу. Короче, вот. Вот эта вот штучка оторвалась вот на этом. И теперь тут всегда булавки. Это, во-первых. Во-вторых, у меня в нем не помещается ни один учебник. И я решила свой большой рюкзак. Сейчас покажу его. Я заменила портфель вот этим вот. Конечно же, там куча бумажек со школы. Конечно. Посмотрим, что какие. Что-то за самостоятельное. Тоже что-то самостоятельное. Обычный листочек измалеванный. И... Танечка плачет. И... Не знаю, что... А, это план, который просто скрыт. Я забыла тетрадку. И если бы я не принесла план, то было мне капец. Но у нас не было раскрыта, у нас был раскрес. Вот. Давайте же приступим к нашей теме. Что в моем спортивном рюкзаке? Ну, как спортивный, я его ношу на туризм, когда меня нет. Не в школьные дни. На классику. На танцы. И на улицу. Можно так сказать. Итак, что в моем рюкзаке? Поехали! Открыть его можно легко и просто. Вот так, бамс, и он открыт. Первое, что там лежит, это моя спортивная кофта, которая там скомячена лежит. Да, это же я. Ну, это моя кофта, которую надо вывернуть. Потому что, когда я, особенно с туризма, уставшая, я просто... Мне скучно, во-первых, когда нет Алины. И все ушли. И во-вторых, мне лень, потому что я устаю. Вывернула, да? Я логичная прям вообще. Ну, эта кофта у меня вообще новая, и мне ее вообще не разрешают носить эту резину. Конечно, не буду носить. Но я еще только на соревнования, потому что на соревнования меня фоткают, я выложу в ВК. И если родители видят, что я в ВК, что я на соревнованиях и на туризме вот в этой кофте новой, то мне... Так что я... На соревнования хожу почти в этом, с Микки Маусом. Но я забыла, и мне прям видно эти фотки новые в этой кофте. Так что, вот так она выглядит. Вот, мне она очень нравится. И иногда я ее ношу на физкультуру. И да, не смотри сюда, не смотрите. Потому что это я сделала на туризме, а также это... Свет так шипает. Вот, это вот я ногтем делала, когда я репетировала. Такая, бум, и такая, я думала сначала, что это сюда попало. И такая, хух. Я думала, блин, все. А, кстати, я решила вам сказать, почему я решила снять это видео. Потому что мне мама сказала, это все в рюкзаке выложить в стирку. И я такая, ладно, сниму. Вот, так что, да. Поехали далее. Итак, следующее, это... Лежат мои лосины, которые тоже не выберут. Лосины... Как же неприлично, Таня. Вот, короче. Лосины мои. И у меня были такие же, только с серебряными цветочками. Но я их потеряла дома. В шкафу. Я логичная, да? Следующее, что лежит в моем портфеле, это мои кроссовочки. Вот такие кроссовочки. Вот, но я такой лох, да. Слушайте, с моими бирюзовыми вы бы видели, что было с бирюзовыми. Они уже давно в мусорке. Следующее, что лежит в моем портфеле, это расческа с 8 лет, которая у меня. Это расческа компактная и хорошо расчесывает. Следующее, что лежит в моем портфеле, это что-то. Не в тот кармашек залезла. Дезодорант.
очень вкусно пахнет. И далее, что в маленьком кармашке? Это резинка в блесточках. Там лежит шпильки, ручка, ну и резинка. Итак, это все боковых обертка и еще одна резинка. Итак, да, это было все. Если тебе понравилось это видео, то ставь большой палец вверх. Подпишись на мой канал, не забудь. Оставайся таким же позитивным и веселым. С вами была я, Танюшка Ру. Всем пока-пока.